Последняя игра лета в лучшей лиге мира. Мелбет, первая лига. Арсенал сегодня принимает Енисей в заключительном матче 7-го тура 2-го по значимости дивизиона футбольного страны. И есть возможность бежать дальше, есть возможность выйти на ударную позицию. Попытка пробить в дальний угол от Егора Иванова. Но, как следует, мяч капитану гостей не лег на ногу. И прямо сейчас примерно это и происходит. Находится штрафной удар. И это было очень опасно. Только штанга на сей раз спасает. Прессинг. Что-то от Сари тоже есть, да? Потеряли мяч на плане поля соперника. Нужно тут же его возвращать себе. Ни в коем случае не откатываться назад. Еще один удар поворотом. И какой красивый мяч забивает Енисей. Просто брависсимо. Никита Глушков. 21-я минута подходила к концу. И он этим ударом в дальний угол. Уж не знаю, кого там на трибунах мог усыпить. Может быть, бдительность защитников Арсенала. В Енисее 2 года назад пришел он из Урала. Арсенал сейчас в атаке. Может быть, ответ у нас получится. Удар, рикошет и гол. Очень жирный рикошет помогает Камрану Алиеву. Счет сравнять буквально тут же. Не успели футболисты Арсенала погоревать. Требуют очередного гола. Подача хорошая. И рядом со штангой мяч пролетает. Это было очень опасно. Это был момент на гол. Атака Енисея. Что дальше? Дальше будет пенальти, возможно. И это 11 метров. Андерсоне очень уверенно влево от себя угол отправляет мяч. В противоположном направлении двигается Антон Коченков. Никто Арсенал не списывает со счетов. В атаке хозяева поля. Хорошая подача Луценко. Какой гол! Браво! 2-2. Вот вам, пожалуйста. Есть возможность последнюю атаку провести или уже нет. Все. 2-2. На этом все. Команды разошлись миром.